переживал, волновался перед твоим приездом, что начал убирать еще в день отъезда. Надо же. Ой, молодец. Ой, пошли кишу. Накрыть? Да, он же не любит. А успеет, полюбил, знаешь, накрыть. И сидит такой себе. Я тоже за ним сразу. Сейчас кишу приеду. А! Свет падла! Глаза! За мной! За мной! А! А! Стёпа! А что это с кишей? А что с кишей? А у него раньше вот тут вот везде перья были. Да ты что? Ага. Перья, а я сейчас... это, наверное, знаешь, это осень. Опадают, как листья. Раз, опали чуть-чуть. Шкура, алкаш, барыга. Что он говорит? Шкура, алкаш, барыга. Что это? У нас кто-то был без сыр? Да, 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 чего ты взяла, дорогая? Это же попугай, он же повторяет все подряд. Это, наверняка, они по телеку, политические ток-шоу, они там ругаются. Шкура, алкаш, барыга. Я запомнил, что повторяет. Что-то я не помню, чтобы ты раньше политические шоу смотрел. Так, это и я. А кто? И я. Я чуть не забыл, значит, смотри. Приходила твоя мама. А, моя мама. Тварь! Что? Это что он сейчас сказал? Это он про мою маму? Ай! Что ты? Это политический ток-шоу опять. Ты что, его научил? Да? Да ты сервал? Откуда я сервал? А ну-ка, кишечка. Хороший. Молодец. Стёпа? Красавчик. Да. А Лена? Жена красавчика. Умничка. А мама Лены? Тварь! Почему? Не прописала красавчика. А, вот в чем дело, в прописке, да? Ясно. Так, подожди. Что? А где наши шторы? Шторы? Где шторы? Шторы, наши шторы. Я не успел. Я вот в этом приубрался, все приготовил. А шторы, они же, я их в химчистку взял. Химчистку? Да. Да? Немножко не успел. Души! Души! По-пионерски души! По-пионерски! Что вы говорите? Что? Что значит души? Вы что, тушили шторами пожар? У нас был пожар? Какой пожар? Ну, слушай, значит, никакого пожара практически не было. Я вспомнил. Мамуля, приходила твоя мама? Кеша! Не, ну тут совпало, знаешь, дело в том, что она решила приготовить кашу. Села смотреть этот ток-шоу политическое. Каша убежала, небольшой возник пожар, перекинулся на шторки, то мы мгновение ока потушились. Да? Да. Интересно, а где телевизор, который мама смотрела? Телевизор. А он чуть-чуть поломался, да. И я отдал его в ремонт. А, в ремонт. Да. Ломбард! Ломбард! О, помогло, шора, наливай! Да смотри, а Кеша говорит мне, что телевизор в ломбарде. А значит, у нас появилось бабло, и нам, видимо, заходит несчастный Жора, да? Слушай, а что сразу несчастный? Да потому что ему только одно нужно. Заходил Жора? Заходил. Он же мой одноклассник, сосед. Человек зашел за солью, взял соль и ушел сразу. Пожалуйста, давай не будешь больше мне эти сказки рассказывать. Больше ничего не было. Ничего не было. Я надеюсь. Так, стоп. А кто ходил в моих тапочках? Тамара. Кто? Тамара. Какая Тамара? Лариса. Что? Лариса. Что? Лариса. Кто такие Тамара и Лариса? Тамара, Лариса. Можно всех посмотреть? Посмотреть. Это, наверное, ток-шоу. Это давай поженимся. Кто такие Тамара и Лариса, я спрашиваю? Путаны, 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 путаны. Кто? Что он говорит? Путаны? Ты что, не слышишь, что он говорит путаны? А что тебе произносит это слово? Нет, того звука не понятно. Путаны! Какие еще путаны? Охренеть! Сто баксов! Ладно, давай, ходи. Что? Какие сто баксов? Я не понимаю. Стой, давай, что сейчас я у Кеши не спрашивала, ты сам мне все расскажешь, а? Понятно? Слушай, Кеша, в Кеша путаны, 100 баксов, что было дальше? Что такое он делает? Давай уже. Я не могу, попугай смотрит. Что? Завяжи ему глаза. Укусил, укусил, Ларичка, говоришь.
здравствуй. Да потому что у него вон клювик сломан. А? Закрыто! Оно закрыто! Морозилку уже! Морозилку! Морозилку? Кешу? Вы засовывали кешу? Да, блин! Вы вообще что? Блин, ну что ты, как я живую птицу в морозилку? Что это? О! У вас в морозилке бутылка водки! Ура! Какой красавчик! Реабилитирован! Реабилитирован! За попугайчика! За красавчика! Кар! Кар! О, Кеша! И тебе маму поймали! Заслужил! Вот, Кеша! Динь-динь! Клюв! Что? Динь-динь? Что такое динь-динь? Кто-то приходил еще? Моя дома! Моя дома! Так мой папа спрашивает, когда приходит. Мой папа спрашивает, да? А, точно! А я совсем забыл! Да чего, конечно, забыл! Он приходил? Да он просто на секундочку заскочил за удочкой. Ушел, да, уже рыбак у тебя что-то. За удочкой зашел, за секундочку. И пошел, да. И пошел. Да. И ты ему не предлагал. Есть ром будешь? Не, ром будет. Не, я воспитанный, интеллигентный человек. Я, конечно, предложил папа, может, по полтинчику, но отказался и пошел. Не, ром шмурдяк. О, водяра. Наливай свой красавчик. Есть папа. Понятно. С папой немножко посидели, ну, да? Посидели чуть-чуть, мимо, я же не помню, да. Чуть-чуть посидели, поговорили. Я надеюсь, он не будет? Чё, я не знаю, что ли, но у папы больное сердце. Разряд! Разряд! Ещё разряд! Какой разряд? Какой разряд? О чём он говорит? Какое больное сердце? Чё разряд? Конечно, я чуть не забыл. Второй взрослый разряд по рыбалке. Да, папа получил разряд. Второй, ну, мы же обмыли, вот, вся лодочка. Адреналин, Калис! Адреналин! Врача! Врача! Что? Какой адреналин? Все, поспеши, ну, папе стало плохо, да? Папе стало плохо, он хотя бы живой? Ну, нет, ты с ума сошла. Конечно, папа живу. Он живучий пас. Хи-хи! Кто это пришел? Ура, врач пришел! Врач! Наливай врачу! Что? Сердце, папе стало плохо, вы вызвали врача и пили, потом с врачом? Ну, здравствуйте, пожалуйста, чтобы с врачом пили, нет. Ну, трава! У Жоры есть трава! Врач, пробуй, дурь! Врача накрыла! Врача накрыла! Врача врачу! Врача врачу! Ой, дурь, дурь, дурь! Кеша, хватит! Можно начаться? Это мы сам расскажешь. Да, конечно. Что здесь происходит? Жора, придурок, куда на балкон? Пообщались с врачом, наверное, как будто из домарства. Да, значит, они курнули. Да, 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 ну было, видимо. Я просто... Жора вышел на балкон, чтобы подышать. А, видимо, внизу что-то его заинтересовало. Наклонился и немножечко с седьмого этажа упал. Куда? Упал в клумбу? Не совсем в клумбу. Жора, придурок, это чья-то Шевроле? Это чья?